на груди кармашек. Карман — это сам же подсумок для, для самого плаща. То есть потом у нас после использования плащ уберется в этот же карманчик, превращается буквально в подушечку. Плащ можно использовать как носилки, потому что дело нацеленного куска ткани и выдержит любой практически нормальный груз. Основатель швейного коворкинга Виталий Сылка демонстрирует продукцию, которая скоро отправится в зону СВО. Это плащи, аптечки, которые модернизировали самарские модельеры. Основная цель нашей деятельности – это получить те изделия, которые могут помочь нашим ребятам сохранить жизнь и здоровье, помогут им в тех условиях непростых. Поэтому это, конечно, то, что нас двигает вперед, то, что нас мотивирует заниматься этой деятельностью. Особой гордостью дизайнеров стали турникеты, которые используются вместо жгутов для того, чтобы остановить кровотечение. Трофейный турникет модернизировали, убрали слабые места. Это дает больше шансов сохранить жизнь раненым бойцам. Наш турникет имеет самофиксирующийся механизм поворотный. И с каждого его поворота фиксирует турникет. Даже если вдруг человек сумел каким-то образом натянуть турникет, но не сфиксировать, при этом в телосознании как бы ничего не произойдет, то есть кровь будет остановлена. Это ключевое отличие. Первые 500 турникетов уже передали в общественный фонд «Звезда Элира». Готова еще одна партия из 2000 штук. К работе подключились не только волонтеры, но и граждане преклонного возраста. Кроме плащей, аптечек и турникетов, они плетут маскировочные сети. Для этой работы социально ориентированный бизнес предоставил коворкингу помещение и необходимое оборудование. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События.